спокойнее. Да. Сгинешь, я потом буду заразу. Одиннадцать, да. Но весь 6 злотых. Ну это лучше, чем 16. Они бы сказали, да, но там они приятно неожиданно. Улыбнись, дядя. Спасибо. О Швенсон. Вон автобус маленький. Сейчас зайдем. И от кольца куда нам? А вот как серая, блядь, это. А вот серая, ну что означает серая, блядь? Получается, кольцо это вот это, да? Да. Турист Роуд, блядь, Олд Таун, да? Вот, а Аушвиц, блядь, Биркенау, стоит музеем, блядь. Вот прямо вот там, где серая полоса идет, видишь? Ага. Вот, да если пешком написано туристический маршрут, значит пешком. Ну пошли. Что мы?
это точно. Получается окраина, да, города? Я так думаю, да. Получается, музей тоже на окраине стоит, да? Музей, да, как бы за городом. Тоже поляки, да? Живут в хрущевках. Ага, вот он этот автобус маленький собрал людей, поехал. Значит, правильно идем. Матюкаются, пипец, блин. Ну, славяне, блин, что ты. Одним словом. Блин, на 6 злотых вообще мне. Да, 6 злотых, конечно, копейки. Ну да. Проехаться. Это сколько километров, интересно? Да где-то 30. От Катовицы. 30-40 где-то. 30 километров. Это 30-40 километров. Сушат теннисовые. Тенниски. Играют, да? Я ходил в 93-м году на секцию большого тенниса. У нас было 2 мячика на 3 пары. Так, ребят, подошли мы к музею. Будем сейчас смотреть мы. Народу очень много. Воскресенье, причем, да, выходной. Со всей Польши едут. Угу.
Ага, Словакия. Венгрия. Поляки, да? Нет, это тоже Венгрия вроде. Поляки тоже, видишь, все номера разные тоже. Кто знает, откуда поприезжали. Угу. А, это вообще, смотри, это что такое? Австрия или что? Номер. Или... Швейцария. Швейцария? Франция. Нахуя здесь людей, конечно. А вот весь движняк. Вот это пиздец, даже тачка. Старенькая она. Да дорого. Дорого? 25 долларов. Обед? Комплексный. Ну, типа, да. Proszę przy pierwszej bramie ktoś tu ustawić pierwsze drzwi do wejścia. Dzień dobry. Dzień dobry. А подскажите, пожалуйста, не? Вот это получается H61, да? Да, да. Короче, тут смотреть нечего. Ну, да? По интернету судьи, они здесь берут обязательные вещи, надо покупать билет, обязательный гид. На русском языке есть на английском, есть на итальянском. Здесь итальянские группы собираются, английские, ну, одним словом, русские там. Это... Короче, а мы сейчас в H62, да? Конечно. Бесплатный автобус, бесплатный, да? Вход, да. Типа, ну, все, все бесплатно. И, поехали. И именно там все, как говорится, и, ну, находится. Короче, ворота и там надпись, да? Да, да. И что там, какая надпись? Как переводится? Работа делает тебя свободно. Ага. Ну, пойдем посмотрим. Это только точно не наша работа. Значит, это как раз вход в Биркинау 2. Биркинау, да, а уж сзади по Биркинау. Thank you.
є автобус безплатний. Будемо його чекати. Курсують кожні 70 хвилин. Пойдем посмотрим сейчас цены какие возле музея на питание. Достать не память, я его. Ну, конечно, они работают по полной. Ехали мы где-то минут 5, наверное, да? Даже немножко меньше. Так, встаем. Все, да, потом пойдем туда. Ну давай отсюда, конечно, давай. Потом, да. Видишь, рюкзаками нельзя. Два злотых там девчина сидит, берет. Я не могу.
брусчатка, да? Ой-ой-ой, сколько бараков, ё-моё. 5 миллионов людей, да, погибло тут? Вот это сожженное все, вот это все бара. Это ж печи вот это стоят, вот, каменные. Вот сколько бараков было. Это осталось только вот эти передние бараки, а задние там все сожжено. Как вот печка, да, получается вот это. Люди тут существовали. Еще раз. 450 тысяч детей убили. Да себе. Ну 5 миллионов людей погибло. 450 тысяч только детей. Что, вы заходили тут следующий? Да. И что там? Ну, то же самое, что и в первом бараке. Ага. Такой же. А вот они все тоже в бараке были. Ну да, вот это все барак. Представляешь, сколько бараков? Пиздец. Для... Это жестко, не то слово. Так, к вагону сходим, да? Да, да, да. Deutsche Bank, короче, в Германии до сих пор платит евреям. Ну, компенсацию? Да, ну Deutsche Bahn это типа их железные дороги, знаешь, как у нас Укрзалезница, типа. Вот, то они типа, бля, во время войны типа занимались вот этой перевозкой вот этой хуйни, типа этих евреев, блядь. Ну, короче, в войне участвовали нормально так участвовали. Ну понятно. Принимали участие, да? Да, в рабстве. Непосредственно. О. Бля, я не вижу края вообще, как будто.
Ага. Вижу, вижу. Дымоходов. Да представляешь, смотри, три колея, да? И сколько поездов стояло, ё-моё. Дорога смерти. Да, дорога, в которой водили в крематории. Дорога смерти. 4,5 типа. Жуткое место, очень жуткое. Какие масштабы бешеные. Фабрика смерти.
Ben mi kustular mı? Biraz.